И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Вот тут потихонечку все сделал одну бутылочку. Пускай будет. Так, плат все еще не хватает. Чтобы сделать даже хотя бы люльку вот эту вот. Надо здесь 5 штук. А мне столько нет. Вот. Видите, только что приготовилось. Там что-то собрал картошку. О. Вода кипятится. А у меня даже не хватает воды, чтобы все было, ну да, наполненная водичку. Это скоро все вырастет. Это будет расти, это еще, да, нормально. Так, вот там вот валяется уже, вижу ящик. Все, никак за ним не схожу. Надо еще курей посмотреть, что там с ними. Выросли, не выросли. Так, подкинуть немножко дерева. О! Все, можно идти. Оп. Так, сделаю все погромче. О, так. Чего это у нас тут почти больше, чем наполовину сломано. Вообще прям сломано. Сильно. Так, ну тут нормально, вода, еда у них есть. Доживут до вечера, блин. Ловушку неохота терять. Поэтому придется сходить за молотком, блин. Этот, этот вот ящичек манит к себе. Так, где у меня этот молоток? Я его запхал, вот он. Так, две веревки. И две... Давай. Оп. О, отлично. Так, погнали. Подберем ящичек. Да, семечко. Вот, пожалуйста. Там в комментариях только что сегодня писали, что не могут найти лук. Вот он, пожалуйста. Я его даже не искал, вот он сам нарисовался. Ну, просто его сложновато увидеть, если честно говоря. Он такой на траву похож больше. Так, молоточки я оставлю, мне не нужен с собой. Пускай тут полежит пока. На тебе семечку лука. Так, помидорки, семечку и веточки верни назад. Во, все. Что у нас там по еде? Более-менее. Так, надо зайти в гости к этим ребяткам. К соседям. О, да ладно, еще одна сумка лежит. Пипец, что в этих сумках начали появляться только по одному предмету в медицинских сумках. То один жир, то одна ягодка, то одно перышко и все. Что-то непонятно. О, курочка. Дурочка, неужели бежала? Ладно, беги. Тут сумка появилась. У, катончик. Это мы засейвим сразу. Так, вот этот наш камушек. А вон еще сумка, кстати говоря, есть. Но сначала мину поставим. Вот здесь вот любимое ихнее место. Ой. Это здесь вот. Так, где-то мне сумку видел. А, вон она же где. Тут даже не одна. Так, никто там за мной не пошел? Вроде нет, отлично. Так, тучи надвигаются, бляха-муха. Сейчас будет 5. 25 снегопад. Так, ну что-то появилось. Гвоздь, патрон. Так, сейчас залезем на камушек, стрельнем в одного тюленя, он прибежит. Возможно, даже взорвется. Это будет... Так, давай. О, есть. Так, вижу, сидит. Блин. Только я в него прицелился, он сразу, опа, рванул.
Пошел рубить дерево. Чего, блин? Ну, вроде же как будто бы должен быть, должен был попасть, но нет. Ага, вон он вышел. Может, в дерево попал? Ну где-то там, блин. Уселся. Твою налево, ты посмотри на него. О, давно снега, называется, не было. Ну остановись уже. Да как? Где он делся? Чё за фигня? А, может, между ног пролетело, блин. Ну стой, стой. Так резко этот снег появляется, блин. Как-то что-то не заладилось, бляха. Где он там? Валентин этот. Второго не видно. А, вышел. Остановись уже, пожалуйста. Ну ты посмотри на этого козла. Сейчас он еще за дом идет. Ну конечно. Почему бы и нет? Ну, раз он не хочет идти, значит мне придется туда двигаться. Так где он? Вообще прям за дом ушел. А второй напарник, где его? А он еще. Он ходит. Так, ну-ка, ну-ка, тихо. Так, слышь, ты это? Стрелок. Ворошиловский. Иди он за то дерево. Ух ты, блин, чуть в голову не попал. За дерево, говорю, иди. Ну ладно, как хочешь. Ух ты, блин. Снайпер тут вылез. Успокоиться немножко. Успокоился или нет? Стрелок. Ладно, как говорится, бомба пускай лежит, тут на следующий раз пригодится. Где он там? Ух ты. Давай, давай, давай. Трать патроны. У тебя еще 3 выстрела должно быть. Ну или я вот так сделаю. Блин, мина. Не обойдешь с этой стороны. Только на эту сторону. Ага. Открывай, открывай, открывай. Открывай, говорю. Алло, братан, ты чё там? Нет, он не хочет. Прям совсем не хочет. Ну, не хочет, так не хочет. Хотя, может быть, отсюда мы его сейчас шандарахнем. Ну да. Блин, 2 раза в голову. Вот он выпал. Выпал через стенку. Красавчик. Так, берем кирку. Где у меня тут поношенная кирка? У меня все цельники. Ну, вот это вот. И ломаем. Так, вот один ударчик уже остался. Кирка, надеюсь, хватит. Или она рассыпется сейчас. Да, рассыпалась. Ой. Присел там такой. Ах, хлам.
40 гвоздей, что-то вообще, блин, кошмар какой-то. Ну хоть патроны дал, то хорошо. Металл тоже ничего так. Так, рыба жарится. Так, ну рыбу заберем, отнесем домой, положим в этот переработчик. Вообще надавали хлама полный карман вообще. Я не знаю, как так может, как так вообще можно. Как так-то? Так, это выкинь. Это забери. Фейберок возьму. Так, жирок. Так, ну ладно. А, это мне некуда положить. Тогда я, может быть, сделаю порох. Хватит там на порох. На порох хватит, да, на одну штучку. Значит, выкинем, потасим этот. Две единички в баню. Носи только с собой. Для себя. Вот так вот. Так, все. Это мне. Валим отсюда. Больше тут делать нечего, к сожалению. Ничего интересного нет. Надавали мне хлама одного только. Крайне плохо. И погодка прям замечательная. Прям замечательная погодка. Так, заборчик. Теперь уже... Надо будет заборчик где-то дверей побольше понаделать. Но пока тут можно переходить. Пока что. Хрустит, шелестит все. О, еще сумочка. Да ладно, еще не одна. Так, катончика подкиньте. Угу. Подкинули. Да, такой себе. Такой себе лут. О, дурочка, курочка. Живая. Пока еще, блин, некуда ее положить. Там, по-моему, 7-й левел. Может быть, добавить одну курицу туда. Да, давай, 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 давай. Еще успеем. Дайте порох. Так, есть, отлично. Стекло. Это цинк. Все, уже место есть, погнали. Так, воду, воду возьми. Курям подлить. Так, стой, не умею. Ну, только что ж падла живая была. Так, ну воду вам все равно подлить надо. Блин, надо было сначала шоколада кинуть. Пойдет, короче. Так, ты что у нас там 8-го? 4-го. Ладно, может еще какая-нибудь попадется. Курочка. О, да ладно. Сколько файбера в одном месте. Ягодка. И ягодка, и файбер. Все рядышком. Давай-ка. Забегай. Так, лук уже почти поломался. Так, на тебе курицу. Курицу-жмурицу. Так, воду не набрал. Ну, это нормально. Так, это я выпью. Это мне, это тебе, это снова мне. Так, это заберем. Это на пережарку, это в печку. О, отлично, красиво. Так, кожа сюда. Патроны вот сюда. Эту шнягу сюда. Куда? Куда ты скидываешь? Еще и патрончики есть, отлично. Так, мина пускай будет. Так, на тебе это. Катон. Обязательно. Клей, металл,
Бумс-бумс. Ну вот. Неплохо. Так, и это мы скинем, забыл скинуть вот сюда. Так, два яйца. О, отлично. Мина есть, и у меня два этих вот. Вот еще. Как раз должно хватить на дверь еще на одну. Так, ну ты сгорай, там мне, в принципе, не надо. А, мне надо поесть. Курица мне в помощь. О, шикардос. Одну можно с собой взять. Быстро, быстро у него все пропадает. Так, поехали следующих. Следующих ребят выносить. Так, сумки где-нибудь есть? Волчара. Так, все, поехали. Навестим ту дальнюю базу, они должны уже были этаж построить. В принципе, у них уже должно быть все. Что-то лосяша, лосяша. Сохатый ходит. Опа. Опять закрытый ящик прямо так близко с моей базы. Так, ну пускай лось бежит, а у меня... Во-первых, у меня патронов синих нет, а во-вторых, пока у меня там мяса хватает полные сундуки. Так что пока перетопчемся. Так, пойдем сюда. Еще бы нет. Мерзнет, зараза. Персонаж. Так, куда мы минус можем поставить, интересно? Курочка. Некуда тебя брать. Печка там уже развалилась, да, нет уже воздуха, ее уже рассыпалась. Опа. А где ты был? Что я тебя не видел. Блин, у них еще ни черта толком, по-моему, нету. Да пошел в баню. Киш-киш-киш. Фу-фу-фу. Так, давай, беги-беги-беги. Он уже почти отстал. Почти. Но не совсем. Ну ничего. Ой, блин. Теперь еще белый. Гадский гад. Да пошли вы в баню все. Бежит, бежит, зараза. Не хочу руки марать. Блин, картошку пропустил. Да вы что, охренели вдвоем на меня? Нападайте, сука. Его не хватает. Выстрела не хватает. Ай, блин. Да ты посмотри, тут еще одни, ёп. Беги давай, инвалид. Сейчас залезем на камень, попробуем от них оторваться. Хотя, по-моему, не залазили здесь. Да, блядь! Ну или хоть вокруг камня их обвести. Уже темнеет, блин, я... Хорош там бегать за мной. Только что же волка там не было, ты посмотри, уже стоит. Так, ладно, эту сумочку подберем. Вроде не должна пропасть. Блин, руки не помыл. Спасибо, оставьте себе это фуфел, этот фуфел. Так, короче, мины я не знаю, куда ставить. Поэтому, наверное, просто без мины будем. Врываемся. Работаем по старинке. Падла, ты посмотри, прямо в голову мне попал. Ух ты. Так, все пошло как-то не так, не по плану. Совсем. Так, давай плату мне. Желательно три.
Ну, не одну тоже хорошо. Даже сохранилась. Блин, в голову не попал. Да что ты мажешь твою налево? Слава богу, мимо головы пролетело. Ой, блин, тот с базы стреляет, тот непонятно вообще откуда стреляет. Пошел в баню. Да как ты меня там попадал? Да, вот я его не видел даже. Только я так умею делать. Мазать в упор. Так, что у вас тут хоть подъесть? Сгоревшие потроха. Так, на, поешь и не скули. Так, а где еще один-то? В базу забежал, я его там убил. И... Блин, а сюда даже не запрыгнешь. Так. Не, ну никак. Жалко, балкон не с этой стороны, можно было бы как-то подпрыгнуть, но не в этот раз. Что же он в базу-то забежал, а? Хулиган. Так, ну ладно. Ломаем двери. До ночи, надеюсь, успею. Так, темнеет уже, блин, не по-детски. Придется читерить ружьем. Успеть зайти в базу хотя бы. Давай, давай, давай. Блин, не заметил его. В темноте это опять хлам мне насували, полные карманы. Что в ящике? А, я же уже забрал. Хлам этот. Кошмар какой-то. Что, блин, с игрой происходит? Так. Так, вот еще один ящик. Все, так, дайте. Дайте пепел. Дайте жир. Все, я валяю сюда. Надо бежать. Минус 15, елки-палки. Мне показалось, кто-то только что рубил топором дерево. Так, база под атакой. Это с третьей базы пришли. Завтра еще двое придут. Нападальщиков. Это база и та. Так, я там и не сделал этот ящик. Чё кто-то там забубнел сзади? Убегаем, убегаем. Блин, там может быть плата. Тут может быть плата по-любому. О, две. Спасибо, сутулый. Плюс еще твое мясо с жиром пойдет ко мне в карман. Так как бы мне не нарваться на этих охотничков, блин, которые мучают мою базу. Все еще стреляет отлично. Ёй. Не совсем. Отлично. Нифига, ту-ту-ту-ту, что с автомата там что ли стреляешь? Он, по-моему, в озере застрял, в смысле, в этом, в ловушке. Так, это сгорело, сгорело, сгорело. Ой, дрова, дрова. На тебе как раз две веточки. Не понял, а чё это тут все другие, кто-то там стреляет?
темно. Ничего не понял. А где отсюда? Где сегодня балкон? Я же вроде заканчивал зашил его полностью. Не понял ничего. Вот здесь он застоял еще. Пипец какой-то. После обновления что-то произошло. Да залазь ты уже давай. Так, руки помыть надо, пока не заразился. Всякой хворью. Так, на тебе. Жир. Так, мясо в холодильник уже битком забитый. Холодильник. Вот там он сидел. По-моему, действительно он застревал в этой штуке. Но это не точно. Так, зомба-зайчик. Так, куры, шо тут? Так, 9-го, почти 10-й уже. Так, дай сюда мне водичку. Ух, как много у вас всего. Нате вам воды. Подолью еды, вам, в принципе, хватает. Пережаренное мясо не будете? Не будут. Блин, все, собираюсь здесь лампочку повесить. Ну, блин, на нее надо платы, которые я хочу сейчас. Кстати, сейчас и сделаем эту вот. Еще одну синюю плату. А может, даже и хватит на этот? Вряд ли. Там, по-моему, три платы надо на лампочку. Три платы. На кой хрен? Три платы надо. А ну. А нет, да или здесь. Сколько? Две надо. Вообще, зачем ли это ледовская лампочка? Ну, если это ледовская, тогда ладно. Так, на, пережаривайся. Так, берем вот это. Берем, что там нам надо было. Медь и вот это. Ага. Пошла пятая плата. Во, хорошо. Стандартный материал. Давайте лампочку сделаем. В курятнике. И у меня еще осталась одна плата. На все про все. Блин, ну как же так снег не набрал? Ну не елки-палки. Так, а можно было бы и погромче чуть-чуть. Ты прям не слышно уже нифига. Так, на тебе. Там уже картошка должна была подрасти. Так, это сюда. Что там еще можно сюда положить? Вот кирка еще одна. Уже места почти нет. Так, ну это мы сюда скинем. Медяху вернем на место. Так, доски. Это сюда. Пипл сюда. Мину здесь оставлю, так уж и быть. Доски здесь. Патроны здесь. О! Зашибись. Еще не сгорело. Уже и светать начинает, пока ты соберешься тут что-то делать. Так, на, цинк переплавляйся. Складируем всю эту фигню. Яиц уже неплохо. Можно уже таким мясом делать. О, хватит шелестеть. Так, еще три слитка. Ну, хлам, не хлам, но что-то дают потихоньку. Так, что здесь у меня делает? Пепел вдруг. Внезапно. Так, о. Давай, сачок сюда и сюда. Вот и хорошо. Тут целую кучу теперь можно поскидывать будет. Так, лампочку установить. Надо сделать какую-то стенку. А мы сейчас разберем забор, потом соберем назад. Девятого, почти десятого. Так, вот здесь вот воткнем. А может я поставлю на этот, как его? А может ее взял бы сначала, для начала? Эту лампочку.
А потом уже бежал ее устанавливать. Походу, это действительно такие экономки лампочки. Ледовская. Так, давай-ка. Во. Джу, отлично. Отлично, чего бы нет. Будет им светло здесь, хорошо. Потом буду приходить. Так, почти, ну, до конца серии уже, конечно, не доживет, в смысле. Так, ну тут не должно было словно так чуть-чуть только поломалось. Ну что ж, в принципе, даже сундук еще какой-то есть. И сутулы там его охраняет. Хулиган. Подальше отойдем. Ё-моё. Как я не вовремя подошел. Беги давай, дурик, они сейчас по мне как начнут стрелять. Давай. Че шипятка? Вот опять одну штучку только дали. Так, филолог должен был отстать. Или что-то перестали стрелять, а вон жгут. Жгут костры. Ну что ж. Такая вот была серия. О, они уже все убегли. А нет. То стрелами стрельнет, то еще что-то сделает. Картофанчик вырос. Вот и хорошо. Посадим еще картофанчика. Какой-то маленький выхлоп, если честно говоря, с картошки. Как что-то с одной картошки получается только одно семечко. Если можно разрезать минимум на 4 части. Эх, ладно. О, надо поесть. Что значит ты не хочешь? Смотри на него. А что так громко, я не понял. Прям совсем как-то громко было. Да спустись ты уже. Давай нам энергию. О, ну что ж. Курочка-то куда-то не поймалась, не курочка. Крыша там никого нет. Ну что ж, на этом буду заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.